Давай спокойно все обсудим. Меня не интересуют деньги. Мне нужен только мой ребенок. Маша будет жить со мной. Если муж оставил ни с чем, нет! А в жизни началась черная полоса, придется делать все, что я тебе прикажу. Борись за свое счастье. Я правда постараюсь сделать все, чтобы вам вернули вашу дочь. Чужое счастье. Домашний главный женский.